Узбекская народная сказка. И арбузных семечка. Жил когда-то бедняк крестьянин. Был у него маленький клочок земли. День и ночь, не зная отдыху, он трудился на этом клочке. Однажды, когда пришла весна, бедняк начал пахать землю. Смотрит по небу, летит белый аист. И вдруг камнем упал на землю. Поднял он аиста и бережно понес домой. Надо спасти такую хорошую птицу, сказал бедняк. Дома бедняк осмотрел сломанное крыло аиста и стал лечить его. Долго он ухаживал за больной птицей. Аист поправился и улетел. Посмотрел бедняк ему вслед и сказал: пусть живет эта птица долго и никогда беды не знает. На другой год весной бедняк закончил походы и вышел в поле сеять. Вдруг прилетел тот самый аист, которого он вылечил, и бросил на землю 3 арбузных семечка. Взял бедняк семечки и посадил их в землю. Через несколько дней арбузы зашли. Бедняк трудился, не жалели сил. Вовремя их полол, вовремя поливал. Незаметно пришла пора собирать урожай. Бедняк сорвал 3 арбуза и принес домой. Но такие арбузы нельзя мне съесть одному, сказал он. Бедняк позвал в гости всех своих родственников и всех своих друзей, таких же бедняков. А хозяин взял арбуз и хотел разрезать, да никак не мог проткнуть его ножом. Наконец он ударил арбуз ножом со всего размаха. Арбуз лопнул, а в нем вместо мякоти и семечек были золотые монеты. Обрадовался бедняк, вытряс все золото и раздал своим гостям. С тех пор он стал жить в достатке. А по соседству с ним жил богач. Видел он, что сосед разбогател, хотел узнать, как это случилось. Бедняк рассказал ему, ничего не скрывая, как все было. Ах, вот бы мне столько золота. Подумал жадный богач и пошел в поле искать аиста. Белый аист не спеша разгуливал по полю. Богач потихоньку подкрался и ударил аиста палкой по ноге. Закричал аист и упал на землю. Богач кинулся к нему, схватил его и понес домой. Перевязал он ногу аиста и стал лечить его. Аист выздоровел и улетел. Весной богач вышел в поле и нетерпением стал поджидать, когда прилетит белый аист и принесет ему чудесные арбузные семечки. Наконец аист прилетел и бросил богачу 3 арбузных семечка. Богач весь сотрясся от жадности, он схватил семечки и тут же посадил их в землю. Скоро появились ростки, зацвели цветы, а потом выросли огромные арбузы. Когда арбузы поспели, богач позвал в гости всех своих родных. Собрались его родные и друзья, такие же богачи. Как только ударил арбуз ножом, он треснул, и из середины вылетел целый рой злых шмелей. Стали они жужжать и жалить и богача, и его родных.
и разбежали все прочь с бранью и криками.